Дим, хотелось бы услышать небольшой комментарий по игре. Вторая игра с буллитами. Чего не хватает, может быть, в концовке, чтобы вырвать матч и 2 очка в свою пользу? Играли, в принципе, хорошо. Просто у нас моменты есть, мы не реализовываем. Вот этих мелочей вот не хватает, как Константин Ильич говорит. Очень результативный первый период, но затем буквально 1 шайба на обе команды. О чем шла речь в первом перерыве в вашей раздевалке, на что обращали внимание тренеры? Ну, вышли немножко, не сконцентрировались, пропустили 2 шайбы, потом собрались, начали играть и сравняли счет. Для тебя залог 7-6, 2 игры, 2 шайбы, как сейчас оценишь свою форму и как удалось так здорово влиться в команду? Сейчас я думаю, то, что у меня хорошая форма. Вот, Константин Викторович доверяет, дает играть. Ну и завтра повторная игра с тем же соперником. На твой взгляд, в чем надо добавить, чтобы все-таки результат и в основное время был другим и в целом по игре? Я думаю, надо добавить в реализацию, забивать свои моменты.